Ё-моё, дорогие горячие пирожочки, сегодня посмотрим интересную самобытную игру Wildburn, Дико рожденный, или, наверное, как и так переводится игра. Ну, по крайней мере, пока по первым парам, по первой прокачке заточена именно на ПВЕ, на убийство боссов, на монстр хантинг. Есть у нас шмоточки, при том нет привязки к классу, то есть мы просто создаем мужчину или женщину, и от того, какое мы будем выбирать оружие, то есть экипировать, теми скиллами мы будем пользоваться. То есть пока у нас есть полный набор, при том мы можем его на любую миссию мы можем его поменять. Я вот хочу потестить вот данный складной меч. Это уже что-то новое из оружия. То есть до этого, по-моему, в MMORPG я такой не встречал. К сожалению, мир не открытый, идет загрузочки. И вот сейчас мы перемещаемся на локацию. Будем тестить наш меч. И, кстати, каждое оружие дает разные скиллы, разный набор скиллов. О, ни хрена себе! То есть он в складном состоянии у нас находится за спиной. Но когда мы его пускаем в бой, он раскладывается, как опасная бритва советская. Может быть, кто-нибудь застал, у меня дедулька такой брился. Я вот ее, честно, маленький сильно боялся. Для меня это было как мачете. Ну, тут по такому типу сделан наш замечательный ножичек. Бабочка. Ох ты, ни хрена себе. У нас есть три спила. Плюс мы еще, когда проводим просто автоатаку, тоже у нас могут появляться другие скиллы. То есть система очень прикольная по зачистке боссов, по убийству боссов. Различные, во-первых, есть увороты. То есть увороты не длинные, увороты короткие. То есть мы можем как бы уходить от атаки, делать контратаку. Плюс есть на локации различные, как зацеплялки, наверное, так их стоит назвать, когда мы можем просто канату, то есть активируем точку на локации, бьемся с боссом. Допустим, если у нас уворот на КДшке, мы можем через лассо ТПшнуться к этой точке и уйти от атаки босса. Ну что ж, интересная приколька. Плюс есть суммонеры. Ну, как миньоны, но они с нами не бегают, но их можно, набивая, будем называть энергию, чи, как хотите, набивая данную энергию, мы можем их тоже призвать и привести атаку. То есть появляется рядом с нами и проводит атаку по боссу. Так, тут пока немножко обучаловка, что-то нужно вставить. К сожалению, английского языка нет. Русского, тем более белорусского, украинского, само собой, также нету. Ну, хотя бы, блин, действительно, хотя бы, ну, русский не делали, но, не знаю, может, белорусский, украинский бы делали, то было бы как-то попроще нашим братьям-славянам, но нет. Игра у нас, к сожалению, даже не на английском. Кстати, ссылочку обязательно оставлю в описании, если тебе будет интересно, потому что чисто внешне сделано очень неплохо. Оружие кастомизируется, шмотки кастомизируются. Вот взял я такую палку. Палку с бивнями. Это у нас молот, он фиолетовый, немножко поинтереснее будет. Посмотрим, какие на нем скиллы. Ну и посмотрим, что у нас тут сейчас будет. Что за боссики? Бычара какой-то должен быть. Наверное, мы его будем сейчас шатать. Или он нас, не знаю, тут. Кстати, ну да, автобоя нету, все, ручки, ручки, ручечки, то есть это не игра про то, если ты, допустим, наработки и чем-то занят. Нет, ни хрена. Это игра, когда ты чилишь, то есть упал в диванчик, в кресло пуфик, и все у тебя хорошо, есть свободное время. Игра, кстати, на Unreal Engine 4, и он здесь неплохо сделан, отдадим должное, то есть разработчики грамотно сделали движочек, оптимизировали, все вроде плавненько, красиво, и сразу скажу, не греет процессор. То есть игра, а именно оптимизирована. И давай накидульку ему, плюс я такой еще как бы геймплейной составляющей не видел. То есть мы автоатакой набиваем
не знаю, чи, ци, как хотите ее называйте. И у нас активируется еще дополнительный скилл, то есть мы набираем и дополнительный скилл активируем. То есть тут есть, сейчас просто дыхание, тут есть ротация. То есть где была ротация? Ну, очень мало игр есть какая-то именно ротация. То есть последовательность скиллов, которые будут выдавать, например, максимум ДПС, которые будут взаимосвязаны. То есть в основном просто идут в MMORPG, именно в мобильных. То есть, ну, не заморачивайся по этому поводу. Тут же что-то заморочить. Не знаю, конечно, что на PvP. Если тебе будет интересно, поиграй. Что ты мне в комментариях обязательно напиши, что там по PvP-шечке. Ну и, кстати, у меня для тебя прям охренительная новость. Прям замечательная. Мир 4 появился в Play Market в предреге. И, скорее всего, в конце августа он релизнется. Это значит, кстати, что ты бычары мне накидывает. Это не есть хорошо. В общем, Мир 4 релизнится скоро, и мы сможем в него зарубиться, поиграть. Я думаю, он прям сильно ударит по ПВХе. Не то, что сильно, он, скорее всего, пройдется просто катком по ПВшке. И это, наверное, самая ожидаемая игра 2021 года, потому что Diablo, что там, какую-то новостюльку вкидывают они нам раз в год, и все. Сколько ждать игру мобильную Diablo, что-то уже даже непонятно. Строить прогнозы вообще смысла нету, это дело неблагодарное. Я, конечно, понимаю, что близы. Они, да, они, если выпустят, они выпустят прям охреневший, офигенный проект, без лагов, без всего. Но, блин, у вас столько бабла у метелицы, что вы не можете мобилку, что ли, замутить? Тем более, они же мутились с NetEase. Что, не могли загнать бабла китайцам? А китайцы, кстати, выпускают игрушки, да, то есть непонятная, наверное, стратегия. Призываем мы поймончика, маленькую девчушку, которая продамаживает. Но прям бык наказывает. Прям серьезно. Наверное, я тупанул то, что взял медленное оружие. Все-таки медленное оружие, это, наверное, не мой стиль. Я люблю что-нибудь побыстрее. Ну и может я просто, конечно, слакаю. Как бы такой вариант я, допустим, тоже не исключаю. Игрушка для меня новая, игрушка интересная, игрушка занятная. Сам факт, что отсутствует автобой, уже о многом говорит. То есть тут будет какая-то твоя реакция, какая-то твоя скиллуха, какая-то твоя ротация. То есть тут, во-первых, надо, наверное, пощупать все оружие и выбрать именно тот, который будет больше подходить тебе с руки. Это, кстати, тоже очень важно. То есть какое, будем считать, что класс тебе ляжет. Тут есть, кстати, и пушка, то есть можно и как РДДшка. И, соответственно, будут групповые охоты. То есть пока тут у нас идет, пока мы один на один херачимся с бычками и прочими негодяями. А также на более сильных боссов мы будем уже ходить толпой и гасить их. Тебе спасибо за просмотр. Люблю, целую, скучаю. Обнял, приподнял. До встречи на следующем видосе.